Какой сегодня день, Джамшедеке? Сегодня 8 марта. Сегодня 8 марта. Сегодня прекрасный, солнечный, праздничный день. И мы хотели поздравить всех милых, прекрасных дам нашей страны, нашей столицы, города Ташкента, с этим праздником. Пожелать им самого доброго и прекрасного. Несомненно, мы решили провести небольшой марафон вместе с букетами роз, вместе, конечно же, с нашими музыкантами группой «Азия» по нашему городу Ташкенту и поздравить всех представительниц прекрасной половины человечества с этим прекрасным днем 8 марта. Джудахам Турайда Магомед Али Даятов, мана ики бошлуучи Узбегим Таронас радиосы номидан шахримиз кўчаларига чиқиб, йўлимизда учраган аёлларимизни бугунги байрам 8 март Хотын-кызлар куны билан, байрамы билан табриклаш ният кылган эдик. И действительно, наша миссия сегодня, чтобы наши милые дамы улыбались, чтобы наши милые дамы чувствовали счастье в своем сердце. Ну что ж, не теряя времени, минимум слов и максимум действий. Ждахам тоура. Побежим. Побежали! Здравствуйте! Здравствуйте! Приветствуем вас. Мы хотели от лица всей сильной половины Узбекистана, нашей радиостанции «Узбегим Таронасы», поздравить вас с праздником 8 марта. И, конечно же, в вашем лице поздравить всех мам, всех дочерей, всех сестер. И специально для вас группа «Азия» споет свою яркую, вдохновенную композицию. Старая гитара и горячий кофе, и закатная qolaversa, butun erkaklar nomidan sizlarni 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayramidan chin dildan tabriklamoqchi edik. Ilohim baxtimizga sog'-salomat bo'linglar. Да, мы в свою очередь также от радиостанции Узбегим Таронасы, от всей сильной половины радиостанции Узбегим Таронасы хотим поздравить вас с праздником 8 марта. Пожелать вам в лице, конечно же, наверняка мамы, сестры, дочки, здоровья, пускай эта улыбка будет всегда на вашем лице, в вашем сердце, на вдохновении. Специально для вас, дорогие наши милые дамы, будет петь. Бахром Назаров, Кенабат, Нелок, Лавстыч, Роди, Хасида, Бахром Назаров, Нашанса, Дестран, Хабу, Красас, Бахром Хатьёвус, Ахалам Хайра, сильной половины нашей радиостанции поздравить в вашем лице всех милых дам с праздником 8 марта. Пожелать вам, чтобы эта улыбка, эта радость в ваших глазах всегда были в вашем сердце. Мы вас поздравляем и специально, конечно, вот этот букетик, примите скромный от нас, и специально для вас будет петь группа «Азия». После арыка я помню впервые, глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Необыкновенные глаза, только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Поздравляю! Поздравляю вас! Мы с
сегодня хотим вас поздравить и от лица вашего сына, всей радиостанции Узбекин Таронасы, пожелать вам, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми на вашу радость, ну а вы всегда оставались такой прекрасной и яркой бабушкой. Foydalangan ravishda nafaqat O'zbekim taronasi nomidan balki yurtimizning barcha erkak vakillari nomidan chin dildan bahor ayyomi xalqaro xotin-qizlar kuni bilan sizni chin dildan tabriklamoqchimiz. Mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Har doim ochilib, go'zal bo'lib yuringlar. Rahmat. Sog' bo'linglar. От лица радиостанции Узбекин Таронасы еще раз поздравляем вас с праздником 8 марта. Пусть эта красота, пусть, конечно, это вдохновение всегда будет в вашем сердце. Поздравляем вас и, конечно же, в вашем лице всех мам, всех Спасибо. Будущих мам. Rahmat bizani ota-bobolarimiz aytgan qo'shig'i shuning uchun mazga o'zim ashdam aytmasam bo'ladi lekin ota-bobolarimiz aytgan shular bizani o'zingizdan ham aytgansiz o'zimizdan lekin endi shular nozdashin emas Мы бы не хотели показать фото, но мы хотели поздравить от лица всей радиостанции «Узбекин Таронасы» вас, от лица всех специалистов прекрасных наших страны с праздником 8 марта. Примите этот букет от нас, знак уважения и почтения всех милых дам. Сколько раз, вставая ото сна, я обещал, что впредь не буду пить вина. Но нынче, Господи, нынче, Господи, я не даю за рога, могу ли я не пить, когда пришла весна. Нечасто говоря, лицо возлюбленной моей, повинна в этом. Лицо возлюбленной моей, повинна в этом. Я не могу не пить, когда со мной она. Спасибо. Радиостанция «Узбекин Таронасы». И хотели бы поздравить сегодня в вашем лице всех милых дам нашей страны с праздником 8 марта. Спасибо. Мы поднимаемся прямо сейчас. Это легендарное место. Одно из самых главных достопримечательностей нашей столицы. Это Ташкентский Куран. Здравствуйте. Мы с радиостанцией «Узбекин Таронасы». Джамшит, меня зовут Магомед Али. Хотели поздравить вас, всех прекрасных, милых, ярких, весенних, цветущих, пахнущих дам нашей столицы с днем 8 марта. Cantare, oh, 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 never be finger than you.
хотели поздравить вас с праздником 8 марта, пожелать вам радости, вдохновения, удачи, любви в сердце. И, конечно же, чтобы в душе вашей всегда звучала музыка примерно. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье. Оставляя для меня только тоненькую нить, только капли сожаления. Здравствуйте! Здравствуйте, добрый день. Мы рады вас приветствовать. С позволения вашего джентльмена, вашей второй половиночки, мы бы хотели поздравить вас от лица радиостанции «Узбегим Таронасы», от сильной половины человечества радиостанции «Узбегим Таронасы» с праздником 8 марта. С праздником, с праздником, с праздником, с вашего позволения. Only